Как привлекать удачу и богатство в год дракона? Новогодние ритуалы 2024. Встреча Нового года 2023 с правильными обрядами и ритуалами может стать ключом к привлечению удачи и богатства, особенно в год зеленого деревянного дракона по восточному гороскопу. Эксперты советуют провести праздник дома, создавая атмосферу уюта с помощью самодельных блюд. При этом можно использовать различные ритуалы для усиления положительного эффекта. Новый год – время перемен и обновлений, а также отличный момент для привлечения финансового благополучия в вашу жизнь. Многие люди верят в обряды и ритуалы, которые способны принести удачу и процветание на предстоящий год. Если вы хотите узнать, какие обряды могут помочь вам привлечь финансовую удачу в новом году, то читайте далее. Обряды для привлечения финансового благополучия в новом году. Существуют различные эффективные обряды, которые могут помочь в привлечении финансового благополучия. Например, обряд с яблоками, который проводится на растущей луне. Для этого понадобятся красивые крупные яблоки, которые следует раздать нуждающимся и бедным, а также оставить в церкви с чтением специального заговора. Важно во время проведения обряда сохранять позитивное настроение и избегать негативных эмоций. 1. Магический кошелек. Один из самых популярных обрядов для привлечения финансового благополучия – это создание магического кошелька. Для этого вам понадобится новый кошелек или бумажник, который вы будете использовать исключительно для хранения денег. Поместите в него небольшую сумму денег, например, золотые или купюры высокого номинала, и закройте его. Важно не использовать этот кошелек для повседневных расходов, только для накопления. 2. Магические свечи. Для этого обряда вам понадобятся зеленые свечи, символизирующие финансовое благополучие. Зажгите свечи и представьте себе, как деньги приходят к вам с разных сторон. Медитируйте перед свечами, визуализируя свой финансовый успех. Повторяйте этот обряд регулярно, особенно в первые дни Нового года. 3. Рисунок богатства. Этот обряд подразумевает создание рисунка или картины, изображающей ваше финансовое благополучие. Используйте яркие краски и детали, которые ассоциируются с богатством. Разместите этот рисунок в вашем доме или офисе, где вы будете видеть его ежедневно. Ваше подсознание будет принимать это изображение как реальность и поможет вам привлечь финансовую удачу. 4. Заговор на деньги. Вы можете использовать заговоры или аффирмации для привлечения финансового благополучия. Найдите подходящий заговор, который соответствует вашим убеждениям, и повторяйте его каждый день, представляя, как деньги приходят к вам. Ритуалы для увеличения богатства. Для увеличения богатства можно провести ритуал с зернами пшеницы. Перед новогодними праздниками на тарелке раскладывают зерна пшеницы и семена ржи, а также несколько монет. Утром монеты нужно спрятать, а зерна семян высадить весной. Считается, что это способствует увеличению финансового благосостояния. Не забывайте, что обряды и ритуалы могут помочь вам только в сочетании с реальными усилиями и работой над собой. Поэтому помимо проведения обрядов, не забудьте уделять внимание финансовому планированию и инвестированию. Удачи вам и процветания в новом году! Ритуалы для исполнения желаний. Для исполнения самых заветных желаний можно использовать специальный ритуал, который проводится перед празднованием Нового года. Необходимы будут такие атрибуты, как белая восковая свеча, алая роза, лист бумаги, рафинированный сахар и красный карандаш. Желания, произнесенные шепотом, следует записать на бумаге, завернуть в сверток с хлебом, сахаром и розой, а затем спрятать в укромном месте вместе с личными фотографиями. Простые методы для привлечения удачи. Существуют и другие, более простые методы привлечения удачи и богатства, такие как открытие входной двери в новогоднюю ночь для символического впуска удачи в дом. Также полезно правильно сервировать новогодний стол, украшая его фруктами, шоколадом и печеньем. Эти ритуалы и обряды могут помочь создать особую атмосферу и усилить позитивное влияние праздника на финансовое благополучие и удачу в наступающем году.